Приветствую вас. Вопрос касается того, что коллега, да, ну, периодически системно вредит автору вопроса, вот, и, в общем-то, та не знает, как с этим бороться. Вот, смотрите, я думаю, что здесь ведь ситуация какая? Здесь ситуация заключается в том, что вопрос-то не совсем, ну, не совсем психологический, вот. Понимаете, какая штука, вот. А вопрос здесь больше такой, я бы сказал, ну, действительно юридический больше вопрос. И, соответственно, именно по этой причине, вот, как мне кажется, в целом сложно дать вам ответ и вообще помочь, потому что, ну, потому что это вот не совсем наша, грубо говоря, юрисдикция, вот. Мы ведь можем только подкорректировать, да, корректировать ваше, ну, отношение к этому, вот, и все, в принципе. Больше мы, наверное, сделать в этом смысле не можем ничего, поэтому тут дело не в советах, а дело в том, как вы сами вот хотели бы реагировать на эту ситуацию, как вы на нее откликаетесь. Я думаю, что если вы как-то поймаете, увидите свою реакцию на это, да, и постараетесь выразить ее человеку, ну, вот, что я думаю, что, скорее всего, какой-то эффект, да, это 100%, ну, возымеет, вот, потому что, ну, я думаю, что человек, он ведь чего-то хочет своими действиями, вот, и, соответственно, вот об этом нужно поговорить, но поговорить искренне, вот, и поговорить открыто достаточно, вот, чтобы, ну, чтобы не было каких-то недомолвок и так далее, вот, поэтому давайте мы постараемся, значит, определить, вот, что может сделать, ну, психолог в этой, значит, ситуации, да, вот. Психолог может вам помочь увидеть свою реакцию на это, на то, что происходит и так далее, вот. И помочь вам определиться с тем, как вам хотелось бы на это реагировать, как вам хотелось бы на это, ну, ответить, да, наверное, вот, можно пожалуй, так это представить, вот. Понимаете, да? Вот, и, в принципе, все больше здесь сделать ничего нельзя, поскольку действительно такие вопросы, они, к сожалению, или, ну, к сожалению, такие вопросы регулируются действительно в основном только, ну, законом, да, не психологией, вот, в этом смысле, вот.
И, конечно, это нехорошо, ну, для нас, само собой, для вас, само собой, это нехорошо. Вот, и очень, ну, очень жаль мне, что вы в такой ситуации оказались, вот. Но, тем не менее, вот, то, что есть, то есть. Вот. Поэтому дело здесь, конечно, не в советах, да, ну вот конкретно, да, какие советы мы там можем дать мы вам. Но вот, а дело в том, чтобы постараться по возможности раскрыть как бы, ну, ваши ощущения, да, по возможности раскрыть то, вот, с чем вы, грубо говоря, здесь как-то, ну, сталкиваетесь, вот, и уже в этом направлении, да, вам, ну, двигаться, вот, как я, по крайней мере, думаю. Вот. Поэтому очень важно вам вот, ну, как-то правильно ставить вопрос, вот, и уже вот как-то, исходя из этого, да, исходя из того, как вы ставите вопрос, уже двигаться, вот, понимаете, да? Вот, я думаю, как-то, ну, как-то так, я думаю, можно вам ответить. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволю вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Удачи.